Актрис с непростым характером немало. Великую любовь Орлову за глаза частенько называли «великой гадиной». Она могла легко унизить человека у всех на глазах. Тяжело было общаться с Фаиной Раневской. Та могла смело послать коллегу в жопу или обозвать режиссера перпетум кобеле. Валяй, жалуйся. А дело от этого сдвинется, дело дальше пойдет. Но и себя она тоже не жалела. Себя считала уродиной, оглоблей, мучила себя и гримеров перед съемками, говорила, что у меня не лицо, а жопа. Говорила так. Александра Яковлева славилась своими скандалами на съемочной площадке. Она всегда требовала к себе особенного отношения. Члены съемочной группы фильма «Чародеи» вспоминают, как она доводила до слез гримеров, чтобы сделать себе идеальный макияж.